Давай танкуй, а че старфи? Че, кого там хоть взяли-то? ДК? Нормально. Только отворачивай их. Видишь, стреляют. Ты что там, в пятнашке с ДК играете? Меня еще, знаешь, что фигня бесит тут? Бьешь мобов, короче. Вихром, бах! 5 мобов стоит и 5 мимо написано. Текстуры. Да кап меткости. Да какой кап меткости, блин? Текстуры тут постоянно вообще. Зеленки вообще тоже мало. Честера по мане посадили. Лечите, говорит, хилы сдохли.
кого-то сзади пачку зацепили. Алло, алло, шестеро спасай, бабу пока есть. Алло. Исчехлили мобов, да? Короче, они сами, наверное, охуели, думают, ага, блядь, Сагер, че мы вам дадим, да? И тут камбэк, блядь. Ебать, сука, я его бегу за ним, затягиваю. Я тоже на него рывок сделал. Короче, Войд затащил, как всегда, его. Да-да, тем, что сказал, алло, блядь, сзади спасайте. Ключевая фраза. Да, я смотрю, пачка бежит у него, волки там всякие, блядь. Вообще, пиздец, он просто полный комплект. ДК мне пишет, лезвие агонии откуда? Чё говорит? Лезвие агонии откуда? Какое лезвие огонь? Меч, да, мне, цика. Как откуда, блядь, цика? Какой тупой ДК. Вы смеете противостоять мне? С какого туда этим левела пишите, я пишу хз. Нет, напиши, тебя точно не пустят. Полетел в небо. Сейчас пролетит. Он уже притягивает здесь. Это забери его. Лимон. Что-то лапета-то ходила туда-сюда. Гурдак на мане. Субстанция тут лежит, в этом боссе. А чё у меня есть на ретрика? На грудь. А, у меня это Т4. О. А ДК норм, да? Да, пока один. Меткость, честно. Честер, конечно, я еще ни разу не умру. Честер трезвый, пока я чувствую. Вы заебали, сука, блядь, пустоту выигрывать. Вторую тебе подряд. Куда надо? Мне на мага нужно, там гад. Зачем тебе намагать, а в БК надо сюда и все. Бля, кто танчить будет? Войд? Да, скоро приоденусь. Вот смотри, сейчас я пойдем мы... Войда танчить, сейчас... потом он будет не мага танчить. Нет, мы сейчас знаешь как пойдем? Я хилом, Войд варом, а ты магом. Можно и так. Что надо КД повесить на все, что есть? Ну там да, шмот 200-219. Я если бы одел, я буду сильнее. Много чего нужно, метки, СПД. А у Честера еще кто? Какой следующий? Маг же, да, бро? Да. А он где? Я хуй знаю. Где-то. Спроси у него. Но им делать нехуй. Как он прилетел. Подкаст надо сбивать. Больше он не кастанет такого. Конечно не кастанет, потому что мы его запиздим.
нет, я косты буду сбивать. Ой, дал, да, такой. Чик-чик, и все, и каста нет. ДК тоже может косты сбивать, если что. У него же удушьем, да, сбивается вроде? Заморозка мозгов. Вот сейчас ты сбил, да? Ну. Заморозка разума. Угу. Это именно как кик. Вашка. У меня такая же, по-моему, да. На реплике. Ну, да. Что за пушка? Кинжал. Кинжал, блядь. Сенсы уберите. Че, еще регаем или че? Честно, все вроде. Ты посмотри, ну давай сейчас пати возьмемся. Посмотрим. Ой, а я куда ливнул-то зачем? Дай пати. Ливнули, ливнули. Сейчас ходи продам. Так, а вот я думаю, что теперь мне слепить-то лучше? А что есть? Что можно осветить? Грудь и кисти. О, да, грудь, получается, плечо и кисти. Вот я думаю, что лучше. Ну, смотри, что больше штатов даст. А тут не показывается, блин. А ты что хочешь, подожди? Что ты хочешь? Пустоту купить? Ну, я все купил. Подожди, что ты освещаешь? Т4? Да, да, да. Вот у меня. 500? Ну конечно. Зачем? А зачем она вообще нужна, эти жетоны? Так смотри, они идут на. А че они идут там? А, на че? Не знаю. Я покупал вроде за них эти хавчиков. Покупаешь. Чё ты за них покупал? Это рыбный пир рецепт. В агреде. Жетоны воина? Да не, ну шмотку можно и улучшить печатками, потому что, бля, 500 ГП это много реально. За них сколько на них ГП дают? Да хуище вроде. Так вот я теперь не знаю, что лучше улучшить. Грудь, плечи или кисти. То есть... Есть меткость улучшить, есть вариант крит улучшить и еще раз крит. Вот что лучше, наверное, я подумаю меткость. Только уровень так и не поднялся. Меня отпиздят сейчас. Нахуй усагли две пираки, блядь. Честер Хиль! Бля, вот пиздец. Вы, бля, играете здесь, больше научились вы не пачкаете до сих пор. Слышь, ты сам вечно их агришь. Нихуя подобного, вообще мимо пробегает. Дал. ДК притянул, а я в воздухе прям в прыжке за мобом. А куда побежал тут моб? Ё-моё. Кто он, падла? Чё он делает? Я только развернулся. Кровь ебанулся, говорит. Только развернулся, сразу в дыню получил. Прикольно, ДК написал, краб ебанулся. А Фрая, помнишь, как начала, блядь, уходить? X1, где? Фрая убили, она была, блядь, давай руками махать.
Вообще пиздец, нахуй. Я смотрю, такой бой, такой, куда она пошла, че она ебанутая? Я помню лич, короче, на 11% взял на трон, ушел, прикинь, сел такой. Фул хп резнул, ебать. Нормально. Пиздец было. Ты че, висел? Зачем? Но. Я стою в перебе. Меня пиздит кто-то, сука, кливом, я ебал. Ебался, откуда был. Сука. Вон, мимо идет, о, сейчас стало. Просто зашел в пачку дотки развешать кливом по лицу. Смотри, мой червяк назад ползет, что это такое? Он сам ползет, понял? Что он делает? Да, втаскивает. Чешется, чешется, блядь. Кнопку заело, наверное. Чешет хвостик. Адекат. Как краб ебанулся, блядь. Не, вообще прикольно. Краб ебанулся. Я зверь в угар, да? Опять Честера бьют. Честер саны там раз... Тут какая-то мага ползет, блядь. Только не меня. Вот кливом получился, съебался. Съебался от трэша. Чё-то, ну... Дохнуть неохота. Такие вот смешные иногда, пиздец. Блин, а почему левел-то не поднялся ни на капельку? Почему шмотки не падают на танки, на капельки, блядь? Он Роми получает. Да я с кабана стал, меня не пробить. Лол. Честер все весит в Гагре, так же, как и в Лимон был. Давай босса веди, ебать. Пойду босса приведу. Вы куда все? Чё не делают? Кто? Чё вы делаете? Прям он руду, наверное, там нашел где-то. Пошел руду собирать. Ну, это один кожу режет, другой руду собирает. Бать, мобы не замедляются, сука. Убегаю такой. Все, Честер забухал. Сразу минус десятка ДПС, прикинь. И ковыряние началось, да? Так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. По товару подшёл бить. А где Честер? Это чё он стоит-то? Трагически помер. Интересно вообще, для чего придумали вот тут вот этот диван? Чтоб бой снимать. А, в смысле, самому умереть, что ли, блин? Тут не чинишься. Зато пацанам бой снимать. Куда ты полез-то? Полпачки сагрил. Прыгает, он стоит как индюк, блин. Каску не дал. Вот я и сдох, потому что каски не было, блин. ХП лишнего не было.
парирование, блядь, заебал. Ну что, еще объявить, что ли, блин? Я уже покурить успел. А ты ему разбивайте. Что, командир, да? Че, блядь? Нам тебя не хватает. Так я покурить, я же успел, блин. А вы все бьете и бьете, блин. А прикинь, бы у паладина еще бы был БР. Бородин, блядь. Мурадин. Бородин, мурун за бородой. Ну где упал-то этот рак? Так вот здесь, внизу же. Бой. Напиши что-то. А, вот бой. Тут же, где и бой у вас был. Давай блядь. Диван, честно. Все, беги. Честно. А, лол. Блять, вы гоните. У него что, регов нету? ПКД диваны просто. Чё за хуйня? Мне нету боя. А, смотри, на меня показывает. На какой-то моб смотрит. Сука, а кто это? А кто на меня смотрит? Кто-то смотрит. Не отображается. В любом случае больше падать нельзя. Техник резервуара. Ты резай давай, чё ты стоишь-то? Техник? Да стой. Я резну. А где техник? Где ты его найдешь, техника этого? Раб, бродяга, техник это нага. Он был в начале, он справа стоит. Че, нашел что? Угу. Вон он стоит, техник. Целительница? Нет. Где техник? Блять, уже убежал. Чародейка? Нет. Пошли! Техник, блядь, ищи техника, кликай нагу, смотри, кто техник. У меня такой фигни не получается, я не умею такой фигней пользоваться. Где кто? Может мне сдохнуть просто? Ну давай, дивана больше нету. Давай, ну, пойдем на следующий трэш, я ворвусь, сдохну. Техник. Здесь есть техники, работяга, техник, вот техник. Это прикинь, это будет как говорится. Два техника, слышишь? Да вон здесь. Техник, вот. А вот, вот этот техник, давай убьем его, вот этого техника. Он просто ходит, зачем он нужен? Ну, каску дай лучше. Да пошли лучше, просто падать не будем и все. Каску дай. Все равно опять сдохнет. Чё, нужны камушки? Да, чё-то хз. Эти? Да я в БГ скидываю. А вот этот ДКшник нормальный, смотри, он 228 и он дамажит, вон как хорошо. Лучший ветер где-то, да? Вот просто... Ну да, 5 кадает, нормально, знает класс. Воющий ветер, ледяной удар, атака ближнего боя.
Напиши ему, хочешь РБК на фул всегда проходить? Давай в гильдию. Ага же плавать умеет, че не прыгает в воду. Надо подхилиться. Нет, надо, чтобы на Честера сагрился в конце. Пускай Честер сагрит в конце, мы его убьем, а потом это. Ого, теперь я умер. Теперь вы 3 года будете бить этого босса. А, так он в воде, блядь. Ну конечно, надо, чтобы Честера убило. Или что там? А, он диван даст на Дых Дымыча, да, Юрий? Давай уже. КД уже. У него КД. А сколько? У меня 2 минуты. А твое-то что, смысл твоего-то? Все равно внизу. Рано это захуяли. Нет. Честер говорит, куда плыть? Вон по лестнице вверх поднимайся. А как здесь по-другому сейчас спускаться? Чтобы по-нормальному идти. Там есть проход. Ох ты. Плащик, ебать. А у меня какой-то 230. А, ну это на ДД. Как раз на танка был. Че, есть опять бой у вас? Конечно, у нас всех бой висит. Вставай. Что-то танк наш по КД мрет, короче, после каждого боя. Или тоже сдохну, то мне бой. Вот смотри, когда он кричит горд, он вешает бой на вас. Кто кричит?
когда кричит Горн. Да кому тоже надо умереть. Надо, чтоб ДК умер. Только его резнуть никто не сможет. Сейчас бой на пол. Сейчас на танке. На танке бой получается на всех ДК. Короче, не надо просто падать больше, вот и все. Как интересно, Нага с щитом будет выглядеть. Обычно. Так же, как Нага без, только с щитом. Уверен? Да. Ну, четыре руки это загнул, конечно. О, нет. Да вы запарили. Сейчас сагрится трэш. О, только меня не бей. О, кто-то специально мне ЛПшку дал, еще и фирил на... Я даже знаю, кто это, я видел прям, как он ЛП сразу кинул после слов, как я. Только не бей меня. А я стан дал. Конечно, мне сразу же ЛПшка прилетела в лоб. Хорошо, что я не одет. Так бы убило нафиг. Да, да. Прикинь, 30к ЛПшка. В смысле, мимо? Ну, охуеть вообще. Все, у меня промахов нет. Я вещи поменял, больше промахов нет. Все в хп убил. Кинорийская экспедиция относится к вам с дружелюбием. Но мне похуй вообще. Хоть с превознесением. У меня сейчас меткости 10%. Плюс еще 1% от таланта, 11 у меня. Нормально, больше белых атак будет попадать. Надо перебиваться срочно. Хотя у меня вроде на меткость камней-то нету. Смотри, что я могу ебать. Просто вот такое мог ебать. Смотри, нихуя себе. Смотри, что я делаю, ебать. Просто по озеру, блядь, плаваю. Ебать. Что происходит? Сука. Фигурист, блядь. Нет, Роми, только не вздыхай, надо. Не хочешь бить его долго? Угу. Он со мной что-то делает. Тебя лапзают. Бля. Что-то делает. Сука. Ай, фу, отстань! Лимон, забери эту гадость. Да, Лимон всегда выход найдет, блин. Смотри, как он его целует, блин. Трется, как кошечка. Нормально. Чё, Сакуру нельзя было дать? Две сальвы было по тебе. Все равно срывает. В этом ДК нормально 5 рублей. Ебать он дрыгается. Какой-то шлак падает. Вот меч вообще красив.
Красивый, да. Ой, красивый, ебать, красивый. Вот ты кольцо забирай на ловкость и пробивание. Все забираю, короче, нахуй. Шею тоже можно. Все забираю. Так, эссенции 5 штук собрал, на завтра хватит. Так, ну чё, предлагаю отдохнуть перед РТ, через час сбор. Ну вот, руки размяли вроде, я думаю. Ноги надо еще размять. Ну да, да не, нормально. Сейчас пойду руду выставлю на продажу. Завантитовая руда 50 голд стак. Пока мы ходили в РБК, я накопил.